Вениамин Кондратьев сообщил, что из регионального бюджета выделена беспрецедентная сумма – 1,5 миллиарда рублей на модернизацию и подготовку объектов теплоснабжения. Это рекорд последних двух десятков лет. Губернатор потребовал от всех муниципалитетов до конца сентября обеспечить полную готовность систем теплоснабжения к запуску. Квартиры и дома, где люди живут, еще детские сады, школы, поликлиники, объекты соцкультбыта. И приходом холодов жизнь там никак остановиться не может. Я хочу понимать, какая ситуация все-таки, Андрей Анатольевич, в муниципалитетах. Работа по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к зиме должна быть завершена к 1 октябрю. Мне важно сейчас понимать, насколько на самом деле мы готовы. По итогам селекторного совещания исполняющий обязанности главы Анапы Юрий Поляков заслушал доклады руководителей предприятий ЖКХ города-курорта. Отдельно Юрий Федорович остановился на проблеме существующей задолженности перед энергоснабжающими организациями со стороны жителей и предприятий. Надо активизировать эту работу, понимаете, Анжела Анатольевна, а вы мне, пожалуйста, на контроль. Что сделано для того, чтобы какая-то задолженность была погашена? Если это касается тех 22 миллионов, что вы говорите, что сделано, когда подали в суд, какое решение суда, чтобы мы знали и имели понимание, что делается. В целом предприятия ЖКХ Анапы к отопительному сезону готовы. Основные ремонтные работы проводились летом. В котельных обновили оборудование, где было необходимо, заменили котлы. На случай аварийных ситуаций предусмотрены резервные схемы работы.